Банде Гуру Пададандам Бхакта Биндасаманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Сахадитам Шри Инанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджана Самаюктам Биндаванам Ванча калпатару вашча кипасинди бхавача патитанам павуне бхавишнавибхьо намо намаха мукам кароти вачалам пангум лам хайтигирим ят кипатам ханг банде парамананда мадавам бриндавай тулсидев вай пиявай кесава сача Шна бхакти паде деви сатто баттои намо намаха Нараяна намаскритто наранча ива нараттама Девин сарасватин васам тато жайо мудире Санкиртане кришна като падеше Гаурия патрасшо пракасане ча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагодаруна Дхейям Сада Парибхавагна Вавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Арвиндам Ятпада Паллавана Качандама Ничатай Бисфурджи, таким пикапавадушвадарши, Пурнану Рагура Сасагура Сарамурти, Сарадикамуи Када Кипанкаруши, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда, Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда, Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита фужоу канака бодато Шанкиртаной капитару камала хитакшо Вишам бару дижавару жугадхарма пало Банде жагат приякару Каруна бхутару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджануламбита фужоу канака бодато Шанкиртаной капитару камала хитакшо Вишам бару дижавару жугадхарма пало Банде жагат приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Дипарупам Бхуктинча Муктинча Тада Синитам Бхаванурупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманангамадапхарам
Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusha Badane Lakshir Jaspacha Bakshashi Jasyasthi Hide Sambhir Pam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jasho Deve Parabhaktir Yatha Deve Tatha Guru Tasaite Hi Kachita Artha Prakasanti Mahatmanah Jasho Deve Parabhaktir Yatha Deve Tatha Guru Tasaite Itikatita Yatha Prakasanti Mahatmanah Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakura Prabhupada Paramahansa Jagadguru told Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что если мы не сможем сохранить этот огонь Санкиртана Яги, который зажжен Шри Чайтанья Махапрабху Шива Сангане, то тогда различные проблемы могут возникнуть. Какое-то взаимное непонимание, борьба конкуренция, пратиштха и прочие скверные вещи, как подобно тому, пыль это скверная, это скверная пыль, она окутает и осквернит наше сердце, и мы отвлекемся от Харибаджана. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что если мы не сможем поддерживать этот огонь Санкиртана Яги, который был зажжен отцом Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху Шива Сангане, в этом случае какая-то борьба, неверие, недоверие, конкуренция, стремление к пратиштхе, к дешевой славе, зависть. Эти вещи могут прийти, чтобы покрыть небеса Гауди Бхаджана. И внутри нашего сердца мы почувствуем какой-то, как будто тучи закрыли небеса Гауди Бхаджана, и мы не сможем совершать Хари Бхаджана. Вот первое, что сказал Шрила Прабхупад, это Гуру Сева. Шрила Прабхупад говорит, первое, сколько любви у нас есть Гуру Падпадме, сколько веры у нас есть в лотосные стопы Гуру Падпадме. А иначе, без этого нету, то проблемы могут возникнуть. И Шрила Сачитананда Бхактивинода Такур говорит, что те люди, которые пытаются избежать, утверждают, что у нас нет связи с Баладевой Дебушиным. И вот какие-то люди, даже в нашей сампрадае, Шрила Бхактивинода Такур говорит, что те, кто принимает Гауди Сампрадаю, что те, кто принимают Гауди Сампрадаю и не верят, то, что у нас есть связь с Мадхва Сампрадаю или Баладевом Видьябушиной, они подобны шпионам Кали. Они не Гауди. Они Гауди.
Но это только проблемы создают. В нашей Гауди Сампрадае много ачари. Они пытаются спорить со мной. Говорят, что у нас, что у них нет связи с Мадва Гауди Сампрадае или что-то еще, я не знаю. И вот я обсуждал, мы говорили о сатсанге, эта тема очень обширна, то, что одним сложно это описать одним словом. И вот сатсанга — это очень обширный термин, широкий термин, мы много проблем в ней и в нашей собственной сампрадае. Те, кто придумывают новую сиддханту в нашей собственной сампрадае, те, кто игнорирует нашу гуру-варгу, шаутапанту, нашу парампару, они какую-то новую сиддханту придумывают. Но Шрила Бхактивинода Тхакура говорил, что новая сиддханта, она невозможна. Шрила Бхактивинода Тхакура говорил, сиддханта вичара — это то же самое, вся наша процедура баджана такова. Мы не можем создавать что-то новое. Шрила Бхактивинода Тхакура много раз говорил, особенно в Упадешамрите. Они пишут комментарии, то, что невозможен. Процедура баджана, она одинакова сиддханта. Единственное, что мы должны осознать все это, обсуждать под руководством чистых преданных, Таттвавид Сиддханта Пуруша, и мы должны применять ее в своей собственной жизни. Новая сиддханта, новые мысли, философские, новая процедура баджана — это невозможно. Мы должны следовать этой процедуре под руководством чистой нашей гурварги, нашей шаутапанти. И те, кто создают какие-то новые процедуры баджана, Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, очень скоро такие люди, они и вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что в скором времени ну, в общем, такое явление долго не протянется. В течение нескольких лет, максимум там 10-20 лет, все это сойдет на нет. И никто даже не вспомнит о них в дальнейшем. Как мы можем вспомнить Рупа Госвами, Джива Госвами? 500 лет прошло, Баладев Видьябхушан и прочих, они жили давно, мы их всех помним. Никто не может забыть Баладева Видьябхушана. Даже если мы уйдем с этого материального мира, может, через 500 лет, disturbance in our bhajan life. With actors and so many problems, actors and
И вот Кали со временем набирает свою силу. Вот Бхагаван Шри Кришна был на этой земле 125 лет назад. Он жил, и когда 100 лет прошло, Кали начал готовиться. Чтобы прийти сюда. Но поскольку Кришна был здесь, Кали ничего не смог сделать. И вот как только в тот момент, когда Кришна ушел из этого мира, Кали сразу пришел. И вот только Кришна только ушел, и в тот момент Кали пришел. Из-за его влияния множество проблем возникает. И вот такие новодельные сиддханты долго не живут. Несколько лет или максимум десятков лет, и люди забудут об этом, но Бхагавата Видибхушана Рупа Госвами, Джива Госвами, мы никогда не забудем те, кто по-настоящему заинтересованы в настоящем бхаджане, они о них никогда не забудут. И вот в нашей собственной сампрадае кто-то заявляет, что Баладе Видибхушан тот, кто показал нашу связь с Мадхавачари. Thinking that we have connection with Madhvacharya, because Baldev Vidyabhushan, they want to give some argument. И вот они, в общем-то, приводят такой аргумент, то что изначально Baldev Vidyabhushan был в преемственности Мадхвачарьи, это так. Baldev Vidyabhushan was in the line of Madhvacharya, so not false, right? Таттвавади, И вот их линия Таттвавади называется. Но это неправильно, неправильный сиддханта, то, что мы связь с Мадхвачарьей через Баладе Видибхушана. Это сиддханта неправильная, поскольку каждый в нашей Гауди Сампрадае, те, кто совершает бхаджан или нет, это не столь важно, но каждый, я думаю, что каждый, у него есть представление о том, что Мадхавендра Пурипад, он изначально был из Мадхава Сампрадая. Наш Мадхавендра Пурипад был из Мадхава Сампрадая. Есть Мадхавендра Пурипад из Мадхава Сампрадая. И Ишвар Пурипад также из Мадхава Сампрадая, поскольку Ишвар Пурипад он ученик Мадхавендра Пурипада. Гуранга Махапрабху он ученик Ишвар Пурипада. И таким образом у нас есть связь с Мадхвачарьей. We have 100% connection with Madhvacharya. You anyhow you cannot deny. Мы не можем это отвергнуть, у нас нет права отрицать это. Иначе мы отрицаем самого Махапрабху. Даже Нитьянанда Прабху. Он получил посвящение Таттвавади из Мадхва Сампрадая.
Адвайта Гасая получил посвящение от Мадхавинда Пурипада. И как мы можем избежать? Но они глупые. Пишут книги какие-то, они вроде в Гауди Сампрадай находятся, вроде серьезные преданные. И хотят, ну, меня попросили меня помочь, и до этого я помогал им. И вот мне дали вот эту книгу на проверку и на редактирование. Я сказал, как вообще могли написать, а наш ваш Гуру Махараджи был бы недоволен. Шрила Бхакти, вот такой Шрила Прабхупад, никто бы такого не был бы доволен этой книгой. Поскольку здесь вы говорите о том, что у нас нет связи с Мадхава Сампрадая. И тот сказал, да, нет никакой связи. Пытался спорить со мной. Как наш Видьявинод. Когда он оставил Шрилу Прабхупаду, он хотел написать какие-то плохие вещи, что-то там оспорить, и цитировал Чайтанья Чайтамрити, какой-то стих. И Махапрабху говорит Таттавади. Можно вспомнить, Махапрабху отправился к Мадхвачарье в Удупи. И в итоге, из-за смирения Махапрабху, он из-за смирения сказал, вы видели, что вы видели меня как майявади саньяси, и поэтому избегайте сокровенной, говорить о сиданте, о садья садантатве. Махапрабху обнаружил, что они говорят ложь, но сказал, что хочу слышать о садан садья татве от вас. И вот Таттавади Ихачарья подумал, что он какой-то глупый человек, ничего не знает. И Махапрабху также, он был в форме майявади саньяси. Внешне Махапрабху был. И вот майявади значит шоахам, что я то. И это хорошо для Махапрабху. Если Махапрабху, он бы принял саньясу от майявади, майявад сампрадай, так или иначе. Если Махапрабху говорит суахам, ахам бахмасми, это не все правильно. И вот у него не было шикхи. Шикха значит буквально огонь знания олицетворяет собой. Майявади не носит шикхи. И вот для Махапрабху это неплохо. Огонь знания для нас в ведической культуре. Те, кто получают посвящение или учатся Бхагаватри, повторяют, они должны носить шикху, который олицетворяет собой. Огонь знания – это для нас, а не для Махапрабху, поскольку бесконечное знание исходит из Махапрабху. Если Махапрабху взял бы, носил бы одну данду, и если бы вообще даже принял одну данду саньясу,
Брахмасми, если бы говорил, то это так и есть. Махапрабху, он сам Брахма. Поэтому ничего плохого. Для Махапрабху нет, поскольку он есть сам Брахма, поскольку он причина всех аватар, но для других это не так, поскольку другие обусловленные души, и вот он из-за смирения задал такой вопрос, и в виде его смирения они начали говорить о Сиддханте, и после того, как они закончили, Махапрабху из-за своего смирения, он вот Махапрабху со сложенными ладонями сказал: «Вы видите меня как Майавади Саньяси, поэтому вы не говорите о подлинной Сиддханте». Махапрабху не сказал, что они лгут. Смотрите, какая техника. Махапрабху не сказал, что они врут. Нет. Он очень мягко сказал, и после этого Махапрабху начал говорить. Когда они услышали такую Татва Сиддханту Махапрабху, они были удивлены, кто он. Он говорит Ачинтья Беда Веда Татва. Они замолкли, и Махапрабху, он произнес одну шлоку, это Чайтанья Чайтамрита, она. И вот там говорится, там одно слово только, Видьявинод Васудев. Все другие были, кто против Гаудия-матха, они взяли только вот одно слово из этой всей шлоки, как Шанкарачарья, он... Sutra from Vedanta, like Om Brahmasmi, Jivo Brahma Yuvanaparaha. Follow. Some important sloka from Vedanta you will pick up. You see, Jiva is Brahma. But it is local interpretation. It is local. Suppose one Siddhanta and Sutra. But in internet, you only hear 2 minutes or 5 minutes. В общем, некоторые выдирают какие-то вещи из контекста и пытаются использовать их в качестве доказательств, но забывают, на основе чего они были сказаны и относительно к чему были сказаны. And after middle, then after that last, what I am going to conclude, conclusion, not going to hear. Only in middle, many people, sometimes in internet, why are you so ignorant? They're so rascal, so idiot, they have no patience. Only hear 2 minutes. They're not going to hear with full patience what was there previous, what I speak now, previously what I spoke. After that, this what I speak after that one. Follow. So they are so, you know, clever. They are only going to take one or two words, like Shankaracharya, from Vedanta, 2, 3, 5 words, very miserable. And Shankaracharya speaking, those are the vital point. Ну вот, в общем, они выдирают вещи из контекста и пытаются ими что-то доказать, как Шанкарачарья, он из Веданты какие-то вещи брал и пытался ими утвердить Майаваду. Шанкарачарья был очень хитер, но Махапрабху говорит, это не важно, неважные слова, и там надо смотреть весь контекст. Зачем и как они были сказаны. Когда Сарвабхаума Бхаттачарья Махапрабху говорили, Сарвабхаума Бхаттачарья, он начал
говорить часы за часами. Как бы пытался доказать, что Бхагаван безличен. А Махапрабху сказал, почему бы не посмотреть на следующую строку. Вот как вот эти слова Панипада, что у Господа нет рук и ног. Значит, он безличен, он говорил, но если посмотреть на следующую строку, то там продолжение, что несмотря на это он выходит. И несмотря, что у него нет глаз и ушей, он видит и слышит. А вот они вырывают из контекста первую строку, а вторую, третью, четвертую игнорируют, где все объясняется. Why Bhagavan going to accept something? Jagana Grahita. Jagana Grahita, running, no leg is speaking. And accepting how without hand. And how it is written in Upanishad. В Упанишада говорится так же, то, что он не имеет глаз, но все видит, не имеет уши, но все слышит. Как это возможно? Actually, the meaning is that in Upanishad, the material hand and leg, Bhagavan has no material hand and leg, no material eyes, no ear. Only to express this Siddhanta, that Bhagavan has no material eyes, material ear, material hand, material leg. Mahaprabhu speaking. For this reason, it is written Upanipad. Just to forbid your wrong Siddhanta that Bhagavan has a material eyes. И вот здесь в этих стихах имеется в виду, что Бхагавана нет материальных рук, ног и прочих органов чувств. Бхагаван, он на пракрита, он трансцендентен, но у него есть трансцендентные глаза, уши, руки, ноги и все остальное. И в Брахма Санхите также говорится. То, что Бхагаван, он может видеть все, может слышать все, без каких-то материальных рук и ног. Sakalandriyani jasho, what I say is always I say. Pashanti, panti, kalayanti, chiram, jaganti. I always speak this Siddhanta. Indriyani jasho, sakalandriya, vittimanti. I remember. Indriyani jasho, sakalandriya, vittimanti. Pashanti, panti, kalayanti, chiram, jaganti. What did it? Indriyani. Indriyani yasya sakalendriya vittimanti, indriyani yasya sakalendriya vittimanti, pashyanti panti kalayanti chiram jivanti, ravindamadi purusham tamaham bhajami. Indriyani yasya sakalendriya vittimanti. Brahma Sangeeta is written, Brahma speaking about his practical experience. What Brahma Sangeeta... Брахма описывает свой опыт. Все органы чувств Бхагавана. Any sense organ of Bhagavan.
Они могут исполнять обязанность других органов чувств. Например, руками Господь может видеть, но мы не можем поверить. Any sense organ of Bhagavan can act as other sense organ, any sense organ. It, like hand can act as eyes, ears, everything. One sense organ of Bhagavan can act as any other sense organ. Bhagavan can eat by hand, but you cannot believe. I know you cannot believe, but if I can give you a material example, и вот не все могут в это поверить, но могу привести материальный пример. В этом материальном мире тоже бывает так. Змей, например. Вот уши. Кто-то видел змеи? Кто видел уши змеи? Никто не видел, поскольку у змеи нет ушей, но одно из названий змея Акшишвара на санскрите, как вот Бог Солнца, Митра, Динабанду и прочие. Множество имен мы знаем, что он Богом Солнца зовется, но на санскрите есть множество других имен, как Бог Солнца, можно Митра, Савита, Савитри и прочие названия. Динамани, Сурья. И также имя змеи Акшишвара. Так, кто видит, точнее слышит с помощью глаз. И вот змея глазами видит и слышит также вот в этом материальном мире. Если это возможно, то почему в духовном невозможно? И вот у нас есть связь с Мадхвачари, несомненно, те, кто отвергает это, они подобны шпионам Кали. И вот Бхагавад Гита Бхушан, времени мало, надо все обсудить. И вот он, Бхагавад Гита Бхушан, родился в семье фермеров, занимались они вот этим. Выращением всякой растений. И вот Махарадж был там, в Балешвар, около Балешвара, там был после Кхира Чора Гопинатха, нужно еще дальше ехать. Вот я был там, в доме Шридас Госвами Пада Баладева Види Бушин, это отдаленные деревни, через лес надо ехать. И вот там он родился в семье фермеров, земледельцев, но те, кто по-настоящему мудры, те, кто настоящие саду, они не спорили на ту тему, что он родился в недостаточно высокой семье, это не столь важно, поскольку мы знаем это хорошо, то, что Шокра Парампара,
мы не верим в наследственный брахманизм, поскольку в шастрах ничего не говорится такого, Махабхарате, в Упанишадах, что говорится. Все зависит от качеств личности и сердца. Если сердце у человека как у брахмана, значит он несомненно брахман, даже если он родился не в брахманской семье. В шастрах Махабхарате, в Пуранах, везде, в Бхагаватам, в Гите, все везде говорится, что генетически брахманизм не наследуется. Это далеко не всегда так бывает. Брахманизм — это качество, а не наследственность. Не все могут иметь качество брахмана. И вот Балада Видибушан, эти возвышенные ученые, подданные саду, они никогда не спорят на эту тему, что Балада Видибушан родился в недостаточно высокой семье, он великий пандит. Балада Видибушан, он хотел изучать Веданту Упанишады, поскольку в соответствии со своими самскарами он не был обычным человеком. В соответствии с Сиданта Вичара мы знаем от Гурварги, что Балада Видибушан, он великая личность. Он был в форме Гопинатха Ачарьи, который слышал все от Махапрабху. Когда Сарвабхаума и Махапрабху обсуждал, кто тот Балада Видибушан, он отправился на берег Чилки. Это озеро такое в Индии, самое большое озеро. Я вот Махарадж там был несколько раз или мимо проезжал. Чилка озеро называется, Варися. Там на границе Арисы и Андхра-Прадеша. И там великие пандиты жили, как в старой древней Индии, в Варанаси, в Митхиле. Навадипа. Это были такие столицы образования. И вот это очень важное место было Чилка и Балада Видибушан. Он учился у великого бандита Питамбар Даса. И вот он был великим пандитом. Он мог говорить о Ведах, Веданте, Упанишадах часы за часами. И вот раньше, перед тем, как изучить Веды, Веданте, Упанишад, он закончил изучать Вьякаран, санскритскую грамматику, Аланкар и все остальное. Это было очень просто для него. Он был очень гениальным человеком. В детстве это все это санскритскую грамматику и прочие предваряющие вещи он уже изучил.
И вот от Питамбара Даса он получил образование, стал великим пандитом. И в итоге он хотел получить посвящение у кого и где. Он подумал, в то время вся Южная Индия. И вот там Сампрадая Мадхвачари была очень сильна, и вот он отправился. Наш Нитьянанда Прабху получил посвящение от Лакхмипати. Имею в виду гуру Мадхавинды Пури. Наш Нитьянанда Прабху получил посвящение от Лакхмипати, гуру Мадхавинды Пури. И в итоге что случилось? Он получил посвящение там. И после этого он начал получать дипломы с разных частей Индии, как наш Каши Кашмири был на Удибе, чтобы победить всех местных пандитов и получить справку от них, что он победил. И от Махапрабху тоже хотел победить и взять такую справку от него. И вот он так пришел в Нилачал Кшетру. Там был великий пандит, звали его Дамодар Дас. Он был с Шамананда Париваре. Там все это Расикананда был, потом вот это Дамодар Дас. Он был великий пандит с очень глубоким осознанием. И вот он услышал имя Дамодар Пандита однажды, Дамодар Даса. И вот он начал говорить о шастрах. И Дамодар Дас начал говорить об учении Сочетания Махапрабху. Он был очень умен, он понял, что он великий пандит. Если могу получить помощь от Сочетания Махапрабху, о его великолепной лилии Сиддханте, и тогда я прекращу. Очень перед спором, насчет спора, что это было. Да и даже если глупый человек будет слушать о лилах Сочетания Махапрабху, то его сердце растает. И вот он начал говорить о Сиддханте Сочетании Махапрабху. Он хотел утвердить, что Гауди Сиддханта, она абсолютно, она не находится внутри нашей юрисдикции. И в итоге, с помощью Чинти Абьеда, Абьеда Сиддханта Вичара, Сандарбха Вичара и Дамодар Дас, он был успешен в том, чтобы победить Баладев Видьябхушана. Баладев Видьябхушан, он сложил свои руки перед ним и сказал: «Я хочу учиться у вас, этот великий пандит». Как Валабхабата. Валабхабата получил посвящение какого-то другого ачарьи в своей сампрадае, Вишну с вами сампрадае. Он был поклонник Балгопала. И в итоге, получив общение с великими
спутниками Гуранги Махапрабху, как Адвайта Гусай, Нитьянанда Прабху, Дамодар Сварупа Равананда, Гададхара Пандит. И вот он захотел поклоняться Кришне и хотел получить мантру для поклонения этому Кришне. Он попросил у Гададхара Пандита, чтобы тот дал ему мантру. Гададхара Пандит сказал: «Нет, я не могу говорить эту мантру тебе. Мой Господь Гуранга, я его преданный, я не могу тебе дать тебе мантру, не-не». Все зависит от Верховного Господа, от Кришны. Я не могу какое-то решение сам принять. Все, что Господь скажет, я сделаю. И в итоге, по позволению Гуранги Махапрабху, когда все его ложное эго ушло, тогда Махапрабху сказал: «Хорошо, прими мантру». Но сейчас Баллабха Сампрадая, они... Но сейчас вот они пытаются опровергнуть, что у него была какая-то связь. Но... И вот Баладе Видибушин, он получил посвящение у Дамодар Пандита опять, ну, в смысле второй, после того, как получил свой сампрадай и начал проповедовать в различных местах по всей Индии. И в итоге он пришел во Вриндаван. И там он встретил Вишвана Чакуратипада. И перед Вишвана Чакуратипадом он начал изучать всю сокровенную Сиддханту Шримад Бхагаватам. Перед Вишвана Чакуратипадом он начал изучать всю Сиддханту Шримад Бхагаватам, уникальную. Он был очень талантлив. И вот услышав Сандарбу, он уже изучил Дамодар Пандита. Все это Сандарбу, Ачинтья Беда Бедвичар. И вот он пришел во Вриндаван, встретился с Свяшана Чакварти Падом. Он был очень пожилой в то время. Ему было уже за 80, но все же он начал учить его. И за короткое время он был, стал великим пандитом. И так Баладе Видибушин написал множество важных книг. Я могу сказать, рассказать по несколько книг, как Ведата Костов, Веданта Бхашья, Прамея Ратнавали, написал эти комментарии где-то в Шамсундар Мандире, это спрятано. Сахас, также написал Вишну Сахасранам Башчу. Вот на тысячу имен Вишну. И еще Панишат, Кино Панишат. Так много комментариев на Упанишату написал, на Веданту.
поскольку Веданта Бхашьяна непревзойденно уникальна, и Сиддханта Чайтанья Махапрабху в том, что мы обрели Шримад Бхагаватам Махапурану как комментарий к Веданта Сутре. Махапрабху лично указал то, что смотрите, это Веданта Сутра, это комментарий к этой Веданта Сутре, это Шримад Бхагаватам. И вот Гаудия Сампрадая никогда не хотела иметь какую-то отдельную Веданта Сутру, комментарий на Веданта Сутру, поскольку Махапрабху уже сказал, что Шримад Бхагавата Махапурана — это естественный комментарий Бхашья к Веданта Сутре. И поэтому в Джайпуре было и вот другие сампрадаи бывают, они говорят, что Гаудия Сампрадая не авторитетна, поскольку у нее нет комментарии на Веданту. В то время было правило, что если какая-то сампрадая хочет получить сертификат о авторитетности, настоящести, подлинности, точнее, у них должен быть комментарий к Упанишаде и Веданте. И в итоге вот спор разгорелся, и до Вриндавана это дошло. В то время Джива Госвами, да не было там Кишадас Кавирадж Госвами, тоже не было, только Вриндаванас Такур был там, и наш, а его тоже, точнее, тот тоже ушел. И вот наш Джива Госвами Пад, он был председателем Вишва Вайшнава Раджа Сабхи, раньше Рупа Санатана, потом Джива Госвами Пад, и потом после Джива Госвами Пада кто? Наш Баладев Видьябхушан. Мы не знаем их силы, и все попросили Вишвана Чакрати Пада Харивалапу. Идите в Джайпур, чтобы искать справедливости, чтобы утвердить нашу Сиддханту. И в то время Вишвана Чакрати был очень стар, для него было сложно, не было этих транспорта, не было, пешком надо было идти, или на бычьей упряжке есть, или там на лошадях ехать. И вот Вишвана Чакрати отдал эту ответственность Баладеву Видьябхушану, поскольку Вишвана Чакрати Пад был более чем уверен. Баладеву Видьябхушану, как Гурудев может понять, что внутри нашего сердца. Гурудев видит, что в сердце его учеников находится, весь мир может спорить, как и никто из них не находился на нейтральном уровне, и я могу с полной уверенностью сказать, что никто из них не находится на нейтральном уровне. Нейтральный уровень, беспристрастный,
значит, они не находятся на уровне Шрилы Прабхупады. Уровень, показанный Шрилой Прабхупады, он нейтрален, он беспристрастен. Шрила Прабхупада по-настоящему беспристрастен. Он может видеть, где Сиддханта, а где нет, и он не имеет страха ни перед кем. И было до Вида Бушина, он был отправлен туда, и я был там, в этом месте, Голта называется, как так. Я много раз там был, я говорил Харикатху там. Я сидел на том месте, где Баладев Видябушин сидел, в том же самом месте в Галте, с Джайпура Говинда Мандира, в такой гористой местности, там холмистая. Там преданные из Панджаба были, попросили меня говорить Харикатху, там я сел и начал говорить Харикатху на хинди. Давно достаточно было. И вот я очень удачлив. И Баладев Видябушин начал. И вот они начали спорить с Баладев Видябушиным. Он опровергал всех их аргументы. И в итоге они сказали, что так или иначе мы не поверим в авторитетность вашей сампрадаи до тех пор, пока вы не предоставите комментарии Бхашью к Веданте. Они были побеждены, но все же так заявили. И вот Махапрабху сказал, что Шримад Бхагаватам сам по себе комментарий к Веданте, но они сказали, что если вы не покажете никакой отдельной бхаши, вашей сампрадаи, мы не поверим. И вот Баладев Видябушин сказал, хорошо, я могу показать нашу бхашу. И после этого Саба была распущена, и Баладев Видябушин взял неделю времени где-то, и потом он пришел у Говинда Мандир, поклонился, начал плакать, молиться Говинде, что же делать. Ты Шри Чайтанья Махапрабху сам в форме Говинды. Если мы побеждены, не можем показать комментарий к Веданте, что же будет, мы должны защитить честь нашей сампрадаи. Говинда пришел к нему во сне и сказал, вставай, давай пиши комментарий к Веданте. Говинда Дев начал говорить. И тут начал записывать. Даже во время нашей Гурварги в то время Шрила Прабхупада говорил Харикатху, а преданные наш, как Гуру Махарадж, другие преданные записывали то, что он говорит. И вот Шрила Прабхупада достаточно быстро говорил, и не все записывали, а сейчас не все могут. Люди хотят делать какое-то простое служение. Если кто-то переводит, нужно внимательно слушать, чтобы ум не отвлекался никуда. Многим сложно, поскольку нужно концентрироваться. Online. Nobody can speak into English.
thousands of them. Oh, who can? Nobody like to. They like to take some easy seva. Okay, this seva is good. И вот люди хотят какое-то простое. Какое-то простое служение. Через неделю пришел с Веданта Бхашьи на основе Ачинти Бхеда. Бхеда такой уникальный. Она гораздо лучше, чем комментарии Рамануджачарьи или Мадхвачарьи. Она была уникальна, непревзойдена на основе Сиддханты Махапрабху. Бхагаван Говинда сам Махапрабху. И вот когда сам Махапрабху говорит, сам Говинда Дев, как кто может сравниться с ним? И вот пандиты прочли это, восхитились и дали ему титул Видьябхушан. Ты бриллиант во всех наших четырех сампрадаях, ты лучший из всех. И с тех пор вот они были, они одобрили, что Гауди Сампрадая лучший сампрадая, и у нее есть право служить Говинда Деве. И царь Джайпура был тоже очень доволен. И вот арати Говиндадева в 4:30 проводится первая, как во Вриндаване, первая арати проводится Рада Шрима Сундаре во всем Вриндаване. Первая арати Рада Шрима Сундару проводится. Никто не может нарушить это правило. Шрима Сундара Мандири, Дамодар Мандири, поскольку они... Поскольку вот он был основан Баладев Видьябхушана, поэтому арати первое проводит в его честь. Вот Баладев Видьябхушан — это великое сокровище, бриллиант. Буквально мы не можем отплатить ему за все время. Мы горды им. Мы Гауди Сампрадай, мы то, что Баладев Видьябхушан — наш Гурварга, мы очень горды этим фактом. Это непостижимо. Баладев Видьябхушан, он написал все на основе Ачинти Бхеда Абхеда Таттва. Поскольку Ачинти Бхеда Абхеда Таттва, она была дана Шичитанья Махапрабху, и Ачинти Бхеда Абхеда Сиддханта особенно основана Дживой Госвами Падом. Шрила Бхактивинода Тхакур особенно говорит, дает нам вдохновение. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит нам, дает нам вдохновение. Будьте уверены, что Баладев Видьябхушан — он лучший из Рупануга Бхакт. Наш Бхактивинода Тхакур говорит, что Баладев Видьябхушан — он лучший из Рупануга Бхакт, поскольку Кришнадас Кавирадж Госвами, Нароттама, Шимананда, кто нет? Каждый следует. Шринивас, Джива Госвами Пад.
Вот Джива Госвамипад, он учился Рупа Госвамипада, эти вот Джива Госвамипада, от него пошли все наши, Гурварга, Баладе, Види, Прошли, Шемананда Прабо, который учился вот Джива Госвамипад, он Рупа Госвами. И, соответственно, с этим Шемананда Рупануга был, Давиди Бушин и Дамодар Пандит, и вот все остальные вышеперечисленные, что неправильно в этом. И вот Шрила Бхактина Такура дает нам вдохновение, будьте уверены. И если какие-то собаки на улице гавкают, не уделяйте им внимания, будьте уверены, что был Давиди Бушин, он лучший из преданных Рупануг. Джай. И вот сейчас нужно сказать о великой Ачарье. Ее имя Гангамата Госвамини. Гангамата Такурани. Или Гангамата Госвамини. Я очень быстро расскажу что-то о ней, поскольку тема обширная, а времени нету. И люди думают, что это шутка. Что Гангамата Такурани действует как ачарья. Кто такой был Давиди Бушин и наша Гангамата Такурани? Гангамата Такурани. Она была дочерью известного царя, Путьяри. So, that time, it was in present Bangladesh, it is Rajshahi district, and the place name is Putia, the king of... И вот Раджастайская область был, царь Пути был там. Follow. Big king. Он был известным царем, но... No son. Не было у него сыновей, одна дочь была. Сочи ее звали. Она была очень красивая. Она была преданная с детства. Отец и мать смотрели на нее, она очень была прекрасна, изящна, воспитана, с хорошими манерами. Где-то 8 лет закончил изучать санскритскую грамматику Ланкар. Она когда подросла, что она была очень красивая, и вот родители думали, как же выдать замуж. Нужно найти подходящего человека. But the girl was not at all ready to marry any ordinary man. Но она не была готова жениться на каком-то, выходить замуж за какого-то обычного человека. Она сказала, что не буду выходить замуж ни за какого материального человека. Из плоти и крови. И вот их дочка сказала, что не будет выходить замуж. Как возможно, что делать? Кто за тебя позаботится? Братьев тоже не было. Отец и мать беспокоились. И
В общем, они померли. И эта девочка осталась за, рулить этим царством. И в итоге... Эти царские дела отдала каким-то родственникам. Она совершила баджана, все в этом материальном думать ей не хотелось. И вот она отправилась в Навадвипу, в Пури. Из Пури. Она отправилась во Вриндаван. И во Вриндаване она искала день и ночь. Кто же мой гуру? О Господь, где же я могу обрести гуру, который есть полное чувство? Кто может ей дать подлинное духовное чувство? Некоторые люди думают, что можно принять любого проходимца в качестве гуру, но нет, она искала подлинного гуру. И вот в итоге она встретилась с великим преданным, великим возвышенным преданным. Его звали Харидас. Не Харидас такого, Харидас Госай. И вот я объясню, кто такой Харидас Госай. Вы знаете имя нашего Гададхар Пандита? И вот ученик Гададхар Пандита Ананта Ачарья. И вот этот Ананта Ачарья, его ученик Харидас Такур. Не Харидас Такур, а Харидас, просто Харидас Дас. И у Харидас Госай в Чайтанье Чаритамрите говорится, такой великой личности вайшнавской с преемственности редко встречается, как какая-то сила от вайшнава исходит, даже если посмотреть какое-то сияние, какой-то свет. И вот когда Шачима, это Шачидеви Гангамата Такурани, когда она встретилась и посмотрела на Харидас Госвами, она отправилась получить даршан Говиндаджи, и она получила вот даршан Харидаса, и увидев его силу, слушая Харикатху от него, она поняла, что это ее гуру. Бхагаван внутри с ее сердца сказал: «И это твой гуру». И вот она попросила посвящение, сказала, что я хочу получить посвящение у тебя. Хорошо. Как я могу дать посвящение тебе? Ты дочь царя. Невозможно для тебя совершать баджан во Вриндаване. Лучше возвращайся назад домой. И там совершай свой баджан. Твое тело слишком нежное. Ты дочь царя, не дам тебе посвящение. Она была опечалена. Начала плакать и молиться Бхагавану, что случилось, куда же не идти. И в итоге она опять пошла к Харидасу Госвами. И Харидас Госвами сказал: «Ты дочь царя, это невозможно для тебя. Совершать баджан во Вриндаване очень сложно. Ты не можешь совершать баджан. Как ты сможешь тут жить? Ты дочь царя, тебе нужна хорошая одежда, украшения и прочее». Та сказала: «Нет, ничего не нужно. Я буду совершать баджан, если вы благословите меня. Ты можешь собирать мадхукари, просить подаяние от двери к двери. Можешь ли ты?
Ну, да, я могу, но иди покажи, как можешь. И вот с тех пор просила подаяния, убиралась, в саду работала. Ну, чапати было мало очень, поэтому она очень сильно похудела. И вот спустя долгое время Харидас Госвами, он вынужден был позвать ее и сказать: «О, дочь, иди сюда». Я удивлен, видя твое отречение, твое вайрагья, твою увлеченность Харикатхой. И вот он говорил Харикатху в старом Говинда Мандире: «Я очень счастлив, видя твое увлечение Харикатхой, и за короткое время она стала великим пандитом, могла говорить любую сиддханту из Бхагаватам, Упанишад, Веданты запросто». Харидас Госвами был удивлен видеть способность этой молодой девочки. Он позвал ее и сказал: «Я дам тебе мантру, садись». В особый день он дал ей мантру, особую мантру Кама Гайтри, Кама Биджи. И вот, получив посвящение, она почувствовала какое-то необычное чувство. А почему Шри Чайтанья Чаритамрите говорится: во время посвящения, если ученик предается полностью, он может получить полный результат? Люди не получают результат посвящения, поскольку не предаются полностью. И вот она была как какое-то необычное чувство испытывала. И после этого Харидас Госвами сказал одному из своих учеников, Лакшми его звали, а точнее еще ученица была, и вот Харидас Госвами дал наставление Лакшми, своей ученице, чтобы она взяла сачи с собой и отправились в Радакунду, на Радакунду совершать баджан. И вот они совершали баджан на Радакунде, просили Мадхукари, день и ночь совершали баджан, совершали Харикатху, киртан. А Гурудев не был, он видел и понял, что за баджан они совершают на берегу Радакунда. Он сказал: позовите сачи. Она пришла к Гурудеву и сказала: «О, Сачи, иди в Пури, в Нилачал Даму, там ты можешь совершать баджан». Это Випраламба Кшетра Гуранги Махапрабху. Прямо сейчас собирайся, иди, начинай баджан. Ты будешь там проповедовать. Я имею в виду трансцендентный Гурудев, вечный спутник Гуранги Махапрабху, он сделал ее ачари. Ты можешь проповедовать. Очень странно. И Сачи пришла в Пури и Нилачал Кшетра в соответствии с наставлению Гурудева. Она остановилась в доме Сарвабхаума Бхаттачарьи. В то время никаких родственников не было, все померли. Было уже старое здание, и сейчас также никто не ремонтирует. На берегу Шветаганги, там такое полуразрушенное здание Рада Дамодар Шалаграма были там, которыми
были поклоняемы Сарвабхаума Бхаттачарье. И вот она стала жить там. Посетить Мадхукари, поклоняться Шалаграмам и по указанию Гурудева. Она начала объяснять Бхагаватам перед публикой. Хотя я написал статью много раз и говорил об этом, что матаджи не могут действовать как ачарьи. Вот Махарадж статью даже написал, потому что женщины не могут быть ачарьями, но там я указал, что в случае Гангамата Такурани, Джахнамата Такурани, в случае Хималата Такурани, не обычные из Веды, и Пуран, я приводил пример, много риши были в женском теле. Очень вскоре я опубликую вот эту книгу, ну, эту статью, точнее. И вот завтра Экадаса. И вот, в общем, женщина быть ачарьями не одобряется, но в ведические времена были могущественные риши в женском теле, они видели сутры, веды, записывали, проявляли их. Веда, она вечно. Когда Риши Муни сконцентрировали, они медитировали, как Шукла Яджурведа. Проявилась перед Ягьяволкой Риши, как Брахма Гайтри, которую мы повторяем, проявилась перед Вишвамитрой Муни из Ригведы. Никто не знает. Много было риши в женском теле. Можно найти в Ведах. Как это возможно? Они не были обычными женщинами. Веда — это Бхагаван. В Гите Бхагаван говорит, что я Веда. И как можно ожидать, что Риши Муни могут познать Веду? Не так это просто. И как можно ожидать перед какими-то женщинами Веда? Может явиться, значит, что они явно необычные женщины. И вот, когда мы находим, я могу примеры привести. Вот она начала объяснять Бхагаватам в соответствии с наставлениями Гурудева, поскольку она была за пределами правил и предписаний. Как обычные матаджи, у них есть какие-то телесные правила и прочее, она за пределами всего этого была. И вот она начала говорить. И в очень короткий период времени все эта новость распространилась по всему Пури и вокруг его, что дочь царя, ее дочь, имя Сачи, она очень могущественная саду. И что случилось сегодня? И вот она хотела принять омовение в Ганге, но Гурудев сказал жить в Пури и никуда не ходить, совершать баджан в Пури, в Нилачалкшетре. И вот это указание Гурудева было. И вот она думала, что же делать. Я хотел принять омовение в Ганге, что же делать, я не могу идти. И
Она пошла спать, и Джаганат явился ночью и сказал: «Хорошо, хочешь принять омовение в Ганге?» Это маленький вопрос. Ганга вот исходит из моих лотосных стоп, а я Джаганат. Сегодня ночью ты можешь пойти в полночь к Швета Ганге. Имя Швета Ганга, раньше не было этого имени. И вот ты можешь пойти туда и найти, что Ганга Деви явилась там. Ганга Деви хочет обрести общение с тобой. Джаганат сказал: «О, Шачи, Ганга Деви хочет общение с тобой, поэтому, когда ты примешь омовение в этом водоеме, то Ганга явится». Джаганат дал ей такое заверение. И вот Шачи пошла там рядом очень, через дорогу буквально, ну, не буквально, а вообще через дорогу. И вот когда она приняла омовение, Ганга Деви явилась, и поток Ганги унес ее. Она потеряла сознание, и этот поток воды унес ее. Внутри храма Джаганатха, где он был закрыт, ночь полностью была. И вот она воды перенесла в храм Джаганатха. Она была без сознания и видела, во сне видела, как много людей с Арисы принимают омовение в Ганге, играют, дуют в раковины, играют на караталах. А, ну, когда храм Джаганатха закрывает, никто не должен внутри быть, и тут какие-то люди нажаловались, и другим нажаловались, а третьим сказали, что кто-то там внутри хмандира. Что за ерунда? Как ерунда, мы тут слышали, и вот они пришли, в общем, открыли, смотрят действительно. Это Шачи без сознания там находится, они думали. Она зашла туда, чтобы украсть что-то у Джаганатха. И вот они, я как кратко расскажу. В общем, они ее арестовали, посадили в тюрьму. Но тем временем я забыл сказать, то, что Мукунда Дев, царь Пури, он узнал, что какая-то матаджи пришла сюда, в великий саду. И он тоже решил пойти, переоделся обычным человеком, пошел слушать, что она говорит, и послушав харикатху, он был очень восхищен. Такое объяснение не может быть от обычной женщины. И также в ту ночь во сне Джаганат пришел и сказал: чтобы вот у Швета Ганги вот эту всю территорию он пожертвовал Швета Ганги, вот это у Швета Ганги пожертвовать этой Шачи. То сказал, что ничего не будет брать, но то сказал Джаганат, велел вам все отдать. И в итоге, когда она была арестована, посажена в тюрьму, Джаганат был очень разгневан, пришел во сне к царю и сказал: «О, глупец, иди, извиняйся, у Шачи, я принес ее внутрь храма. Ганга явилась из моих лотосных стоп, и потоком этой Ганги ее принесло сюда.
она невинна. И Джагнат сказал, что тебе нужно искупить свою вину, принять посвящение в нее. И все панды, вместе с царем, были очень напуганы. Пошли кланяться ей, просить прощения. Мы не знаем, не знали, что ты великая святая, ты спутница Джаганатха. Если ты не простишь нас, мы помрем. И по указанию Джаганатха все панды и Мукундадев, царь Джаганатха Пури, они получили посвящение у Гангамата Такурани. Гангамата Такурани имя и потом звали, дали. Когда Ганга явилась с лотосом на стоп Джаганатха и перенесла ее туда. И вот после этого случая дали имя Гангамата Такурани Госвамине. Кто-то думает, что она обычная женщина, но это глупо. И какое-то общество назначает женщин ачарьями. Но смотрите, случай Ганги Маты Такурани, он уникален, особенно или Джахнава Маты Такурани. Они не какие-то обычные женщины, не за пределами материальных ограничений. Они не материальные женщины, и в соответствии с указанием Джаганатха или их Гурудева Харидаса Госвами, ты вынужден дал. Она вынуждена была давать посвящение, она никогда не хотела быть гуру, даже во сне. Нет, просто не пришли к ней и сказали, что это указание Джаганатха получить посвящение тебя. Она не хотела никому давать посвящение, но вынуждена была. И вот как случай еще один могу рассказать. Правило таково, если вы хотите предложить какую-то одежду Джаганатху, нужно постирать и предложить. Не постирав, нехорошо, но в Пури не стирают, а сразу предлагают. Поскольку это желание Джаганатха, но Пундарик Видянитхи, он засомневался в этом, как это не следует никаким правилам и предписаниям, какие-то одежды стирать сначала на нашей крахмале. И Джагнат Баларам пришли во сне и отлупили. Да, надавали пощечин этому Пундарику, и с утра он проснулся, видел все лицо, щеки красные. И отпечатки пальцев Джаганатха и Баладева. Кто ты, чтобы находить недостатки в моих севаках? Это моя воля. Тасвайпе катитахи артха пракашанте махатманаха. Ванча калпатуру сикипасинду бхавача патитанам павану бхавишнаме.